Маша, иди сюда. Тихо. Крепче его держи. Это он выделывается, он позируется. Избираться до сих. Умалек уже. Машута. Олень не идет. Хочу поймать его. Она потом хоть следом идет. А он убегает, уже начал бегать хорошо. Негодяй. Садись вверху. Да не, не надо. Машута. Смотри, Маша. Да счастье-то такое. Кого только нету. Так, проверила. Дай блинчик пусть покушает. Ага, блинчиком. Зимой, блин, изюм лупит, морковь. Да? Начал хлебовать. Пришел, посмотрела, как на этого. Холёси какого, холёси, Маша. Молния. Конь схватил Марик, короче, об землю ее как долбанул два раза. Я думал, убьет, короче, зубами. Кони, сейчас они в конюшне, да? Да, ну они там на улице стоят, хватают ее об землю. А, нет, они на улице, как? Да. Так, куда? Вот этот красивый. Ну да тех же. А это эти. С убийцем перемешка. У него эти болтанцы его. И оленя тоже погрыз. Разорвал спину. Конь вообще жесткий. Так, как же вас схватить? Yeah.